Водитель в комфорте, пассажиры в безопасности. 13 километров автомобильной дороги – такова общая протяженность обновленной трассы Поспелиха-Курья-Третьякова. Свежий асфальт до села Савушки уложили на год раньше за счет дополнительных федеральных средств. Эта работа будет продолжаться. Дорога Поспелиха-Курья-Третьякова является региональной и муниципальной. Она у нас является транспортным коридором. Мы соединяем федеральную трассу вот этой дорогой на Казахстан. Мы можем по этой дороге посредством других дорог выйти в Камень-на-Оби, уйти на Новосибирск, Омск, ну и другие регионы Сибири, Западной Сибири. Более миллиарда рублей. Такую сумму в этом году дополнительно направило правительство страны на алтайские дороги. В результате дорожники обновят дополнительно 66 километров в разных районах края. Подрядная организация «Южная ДСУ» отремонтировала дополнительный участок трассы Поспелиха-Курья-Третьякова меньше, чем за месяц. Оперативность обеспечил новый завод, который выпускает не 30 тонн асфальтобетона в час, как старый, а 100. То есть в среднем в смену мы выпускаем 800-900 тонн. В ценовом политике того конструктива, который выше озвучил, это устройство с цементом и два слоя асфальтобетона, 15 миллионов километров. Вот того качества, которое вы видели, стоит 1 километр 15 миллионов. Дорожное покрытие отвечает всем стандартам качества. За этим строго следят в специальной испытательной лаборатории. Специалисты берут пробы дорожного покрытия и тестируют его на морозы и влагоустойчивость. Проверяют другие свойства. Вот девушка стоит, испытывает лаборатор. Все заносится в журнал, все строго фиксируется. И если что-то не так, то приходится переделывать. Пока все так. Подрядчик за это ручается и дает гарантию качества – 8 лет. Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» реализуется в крае уже не первый год. Помимо этого, работы ведутся в рамках средств, выделенных на содержание. Благодаря чему наш регион ежегодно получает по 900 километров обновленных дорог. Главное, чтобы эти километры не уменьшали большегрузы, которые нередко едут с перевесом, и разбивают дорогу, в которую вложены миллиарды рублей. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.